Ну что, ребят, всем здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем. Ну как продолжаем? Уже заканчиваем, да? Сегодня уже финал будет. У нас с вами финал сегодня будет по этой игре, поэтому продолжаем проходить ее, да? Прошлой серии, блядь, была просто красивая сцена, очень красивая сцена. И, блин, прикольная, скажем так, прикольная миссия, которую я уже объяснял, да, что когда первый раз играл, не проходил никогда с первого раза. Ну, было тут половина миссий, которые я играл. Ну, нет, 2-3 миссии, наверное, 2-3 миссии есть, которые я не проходил с первого раза. Вот тут есть. Что нахуй? Короче, есть 3 миссии, да, примерно 2-3 миссии, может, чуть побольше, чуть поменьше, но не больше 10, короче, не больше 7 даже, наверное. Миссии, которые здесь есть, в этой игре, да, я их, когда первый раз играл, не с первого раза проходил, вот. Ну, это такая информация. Вот. В прошлой серии мы с вами что? Полетали на вертолете, прилетели. Собственно, друзей куда-то забрали в храм. И сегодня мы пойдем разберемся с ними. Поэтому, Саш, поудобнее. Надевайте пледик. Приятного аппетита кушать. Накладывайте кушать, если не наложили, да? Приятного аппетита кушать. Приятного чипитика в петель и пить воды. Приятного просмотра. Надевайте пледик обязательно. Саш, поудобнее. Повторяюсь уже, да? Приятного просмотра. А мы, собственно, продолжаем данное путешествие. Так. Дай-ка мне нахуй. Все, финал. Райли, нам надо идти сейчас. Дожди нахуй, идти, блядь. Ну, вон и, блядь, нахуй. Вот так хотя бы сделаем, блядь, с тобой. Навык есть еще. Два навыка, блядь. Охуенно, нахуй они мне сейчас нужны уже. Ну, давай вот так сделаем, что ли, да. Ну все, вот, уже финал, ребят. Полетели, ёпта, полетели. Держись рядом. Трудный выбор, да, до финала. Так, зелененький. Сюда. Поехали, чё? Где все, черт возьми? Не знаю, где все. Цитра, что с моими друзьями? Я рада, что ты вернулся с победой. Эй! Куда ты уводишь его? А-а-а, понятно. Я помогаю тебе. Взгляни на себя. Большой, сильный, могучий. Зачем тебе становиться тем, кем ты был? Сейчас ты совершенен. Это моя вина. Я дала тебе уйти с этой ношей. Путь освободил тебя, но очищение не завершилось. Не понимаю. Я люблю тебя, Джейс. Но ты не даешь мне отдать всю любовь. Да, пиздишь ты, блядь. Как это тяжело? Мне больно смотреть, как ты страдаешь. Цитра. Я лишь хочу помочь тебе. Любить тебя таким, какой ты есть. Да, да, блядь. Боготворить того, кем ты стал. Скоро все закончится. Я отведу тебя на алтарь. И ты освободишься от прошлого. Угу. И тогда... Я твоя? Давай, ёпта, освобождайся, блядь. Бля, пиздит нахуй, я тебе базарю. Нахуй ты тогда, блядь, спиздил друзей? Нахуй ты, блядь, ну не спиздил, а нахер ты похитил друзей-то, а? Нахуй ты хуйней занимаешься? Ну чем вас уговорить было, да? Вас же знал от нее. От нее знал. Иди по пути воина. Лишь сильнейший выжил. Ебать, где мы? Был до тебя. Наши забирают людей, но не возвращают. Лиза? Я твой воин!
Борю, ты выстрелил Базу в спину! Сильный воин, ты заслуживаешь последнее татау. Все они падут к твоим ногам. Ебать, блядь, это страшная хуйня, реально. И ты таскаешь все это оружие, и у тебя все эти жуткие тату. Блять! Мать, ты шо, ебанулась, что ли? Я твоя. Мы все твои. Короче, это... Я так понимаю, Лиза, которая, да? Это Лиза, так понимаю, да? Ну, его девушка, девушка говорит это, да, с нами что-то это симуляция, не симуляция, не знаю. Короче, в этом месте видели, да, говорит она, что нас напало, блядь, напало. Испугало, короче. Скринмер, ебаный, блядь. Я, кстати, этого не помню, реально не помню. Короче, я так понимаю, это он сам с собой разговаривает. Типа, он внутренний я говорит. Внутренний он, вот, внутренний он говорит. Это он внутренний сам с собой разговаривает. Дойди до конца, иначе все, чего добился, все татау, все, что сделал на острове, будет стерто. Ты уже готов, бой. Вот твой клинок. Я же уже выбрать. Ну, я сказал, да, вначале, что я сделал свой выбор уже. В принципе, да, когда вот мы проходили последнюю миссию, вообще, в принципе, я знал, какой выбор сделал при прохождении данной игры, да. Но второй выбор будет в телеграм-канале. Он на ваших экранах сейчас, да. И можете после просмотра данной серии зайти, посмотреть, кайфануть. Да. Мой выбор такой. Почему ты уходишь? Ты больше не будешь воином и героем. Твои друзья разъедутся. У них будут дети, скучная жизнь. Останься. Джунгли навсегда станут твоими. Ты всегда будешь королем. Если их не будет, тебе не придется уходить. С насилием покончим. Все. Хватит крови. Джейсон, посмотри на меня. Будь со мной. Они тебе не нужны. Твоя сила в тебе самом. Джейсон, я люблю тебя. Джейсон, что ты делаешь? Цитра спасла меня, спасла всех нас. И ты отвергаешь ее любовь? Я люблю тебя. Не бросай меня. Мне жаль. Я скажу, почему я сделал такой выбор. Ну что, блядь? Цитра, пожалуйста, не бросай меня, Цитра! Цитра, прости меня! Цитра, пожалуйста, нет, не бросай меня! Выбор такой сделал, потому что... Мы изначально, с самого начала спасали друзей, а в итоге, почему мы должны от этого отказаться, почему в конце должны не спасать их, а наоборот, непонятно, поэтому
Просто это логично, закономерно было, да, я думаю, хорошая концовка и... Ну, я знаю, что это хорошая концовка. Я убил столько людей, что потерял счет. Я не могу забыть об этом. Я монстр. Я чувствую гнев внутри себя. Но я спокоен, где-то внутри меня есть что-то. Что-то лучшее. Это было на Far Cry 3. Охуенная игра. Прикольная. Блять, это классика, нах. Вот это классика, реально. Да, с багами, да, со всеми прочими, блять, минусами и тому подобное. Но это, блять, реально охуенная игра. Это классика, ребят. Я думаю, вы согласитесь с этим. Вы согласны, думаю, с этим, потому что я знаю многих людей, которые играли в это, ну, и в интернете, и есть у меня примеры из жизни, да. Пример жизни, когда человек поиграл в игру и сказал, что, ну, блядь, это охуенная игра. Кто-то считает ее лучшей, да, частью из всех частей, из всех шести частей. Кто-то, наоборот, считает, что это классика. Handmade, не знаю, underground, ёмана, блядь. Вот, и... Не знаю, для меня это лично классика. Классно сделанная классика, красиво подобранная классика. Красиво сделанная классика. Красиво сделанная классика, красиво озвучена. Ну да, есть, конечно, я понимаю, есть баги, да, есть вот это все дело. Есть по косяки там по озвучке, есть вот это все дело. Я понимаю все это, я все это дело понимаю. Но игре это сколько лет уже? Ей очень много лет, она какого, 12-го, там, 13-го года. Ей дохуя лет, ребят, и... Ругать ее за это, я думаю, не стоит, потому что это старая игра. Это как, знаете, как с машинами, наверное. Ну, какой-то, да, такой пример показал. Ну, какой-то пример странный, да, сказал. Но в чем суть? Старую машину не стоит ругать за то, что она плохая. Ее уже не производят. Так же и с игрой этой. Она уже старая, ее, скорее всего, уже не обновляют. И, да, вроде ее не обновляют, и... И она выпущена, блядь, сколько нахуй? Ну, дохуя лет. Ну, 10-11 лет назад она вышла. Вроде правильно посчитал, правильно посчитал. 10-11 лет назад она вышла, эта игра, представляете? И ругать ее за это, я думаю, не стоит. Вот, выбор сделал, потому что... Такой выбор сделал, потому что... Нам изначально сюжетно показали, наш главный герой идет спасать друзей, а не, блядь, становиться воином, не становиться главой, там, да, не быть Цитрой, вот, нам показали, что мы идем спасать друзей, мы спасли их, почему в конце я должен отказываться от того, чтобы спасти друзей, почему я должен остаться с ним, непонятно, потому что с самого начала мы шли, делали все для того, чтобы, да, вот это... Наш главный герой учился стрелять, да, закалял свой характер и тому подобное, для того, чтобы спасти друзей. Поэтому такой мой выбор. Вот. Пишите в комментариях свое мнение об этой игре. Интересно будет послушать. Игра классная. Это, знаете, наверное, Far Cry не то, что становится, он уже там, на полочке, вместе с метро, вместе со сталкером. The Walking Dead, The Wolf Among Us, с этими играми, с Сомой, эта игра там. Эта игра там с ними на полке, с этими играми, потому что это, ну, это единственный, наверное, как назвать, не сингл, отряд, ну, короче, это единственная серия игр, да, Far Cry, которую я буду проходить, готов и буду, и уже перепроходил очень много раз, особенно третью часть я очень много раз перепроходил, блять, счет только тут не делал, как только не проходил, так как только не перепроходил, никаких сложностей, как только не проходил, не перепроходил, то есть, и я все равно в ахуе с того, как они это сделали, для того времени. Сейчас, конечно, понятно, сейчас есть Far Cry 6, да, там намного лучше спецэффекты и тому подобное. Но по сюжету эта игра пиздец просто охуенная. Прям классно.
Повторюсь, пишите в комментариях свое мнение. Мне реально очень интересно почитать, что вы думаете в принципе о концовке, в принципе о сюжете этой игры и в принципе о игре, да. Вот. Это был Far Cry 3. Спасибо, что были со мной в этом увлекательном путешествии. Еще одна плюс игра в копилочку пройденная. Вот. Не знаю, очень классное ощущение после этой игры. Даже перепройдя и пройдя ее, блядь, очень много раз. Все равно классно остается ощущение. Классные эмоции остаются после этой игры. После прохождения. Вот. В принципе, все. Подписывайся на канал. Ставь лайк. Тебе не сложно, не приятно. Это продвижение канала. Потому что 74% смотрят без подписки. Это, ну, такое, согласись, надо исправлять. Чтобы вы, как минимум, это будет продвижение канала. И плюс расширенный, скажем так, обширный, разный контент на канале будет присутствовать. Поэтому подпишись, пожалуйста. Для меня это плюс поддержка и мотиватор делать что-то дальше. Правильно, я это очень ценю. Спасибо заранее, кто это делает. В принципе, все. Спасибо еще раз, что вы были со мной в этом путешествии. Классно. Реально, огромное спасибо вам. Я видел, что вам зашла данная игра, да, и вам прям вот с кайфом зашла эта игра. Вот. Надеюсь, вам понравилось это путешествие так же, как и мне. Вообще, его повторюсь, напишите в комментариях свое мнение. Вот, это был Far Cry 3. Точно. Другая концовка будет в телеграм-канале. Там без камер, да, без всего. Просто будет экран игры, и будет концовка. Без комментариев, без всего. Ну, может, комментариев, не знаю. Но в любом случае там будет эта концовка вторая. Ну, я думаю, можно ее на YouTube найти, да. Но так, если кто не видел эту игру, да, если кто-то кому лень искать, просто зайди там вот в описании, и вот на экранах у тебя есть QR-кодик. Вы просто берешь телефон вот так вот. Так вот, берешь. Уякс, вот так наводишь, блять, опа, и все, и телеграм-канал зашел, ну, QR-кодик, понимаешь? Вот, либо ссылочка в описании. Зайди, подпишись, тоже мне будет приятно, спасибо огромное, так делает. Там удаление видео есть, и вот такие эксклюзивные видео, да, и в принципе, какая-то эксклюзивная информация о моей жизни, в принципе, о канале, о видео. Это та информация, которую я нигде не разглашаю, поэтому спасибо заранее тоже, кто подписывается, спасибо заранее. В принципе, все, это был Far Cry 3, классная игрушка, классное прохождение. Вопрос только один, я думаю, у вас, да? Ну, если он, конечно, возник, но я думаю, у кого-то возник. А когда Far Cry 4? Когда Far Cry 5? Когда же Far Cry 6? Я скажу вам одно, что трилогии из этих игр, да, серия этих игр, не заставить себя долго ждать прохождения, да, моем. Будем проходить все поэтапно. Поэтому я начал с Far Cry 3. Хоть я его проходил, но очень хотелось снова туда окунуться, в этот сюжет, в это увлекательное путешествие. Вот, в принципе, все. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих играх. Спасибо еще раз за путешествие, да. Такое огромное, прям классное. Вот. Увидимся в следующих играх. Давайте. Far Cry 4. Скоро.